Если вы, находясь в России, решили сдать экзамен по русскому языку на РВП либо на ВЖ, но не знаете, как правильно ответить на вопросы, есть стандартная метода, по которой можно на сайте одного из институтов, который принимает эти экзамены, можно пройти тест. Тестирование, в принципе, везде одинаковое. Вопросы даже, я бы сказал, что везде практически одинаковые. Вот. И они базовые, их легко можно проверить онлайн, знания их, немножко подтянуть знания, освежить воспоминания, либо заполнить пробелы, которые не доставали во время обучения в советской школе, либо в школе других государств. Вот. Поэтому сегодня мы рассмотрим один из вариантов о том, как можно историю и юридическое право подтянуть онлайн, не выходя из там собственной квартиры, работы, собственного смартфона, грубо говоря. Поехали. Тестовый практикум по русскому языку для трудящихся мигрантов. То есть здесь нам предлагают краткий курс истории и юриспруденции, то, что непосредственно у нас будет в тестах, чтобы мы могли сориентироваться, подтянуть свои знания, либо освежить их в памяти. А в общем, для ознакомления это выложено на сайте Государственного института русского языка имени Пушкина. Здесь ссылка будет в описании, можно будет зайти и скачать, распечатать, посмотреть, кому интересно, освежить свои воспоминания, истории, знания и все такое. Тем, кто не знал чего-то, здесь могут приобрести эти знания. Все тесты однотипные, скорее всего, вопросы будут меняться, но тем не менее основные даты, все здесь указано. Поэтому практикуму будет очень легко подготовиться. И здесь же можно пройти также комплексный экзамен. Разрешение на работу в РФ, патент, разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ. Здесь стоимость, образцы тестовых заданий, то есть можно тоже скачать и либо в режиме онлайн просмотреть. Ключи решения к этим задачам. Самое простое. Можно даже у них и сдать экзамены. Тогда ваши шансы на успешную сдачу увеличатся в разы. Вот и все. Все ссылки.